Неплохо заработали и предприниматели. 460 тысяч рублей за 7 часов удалось выручить участникам очередной сельхозярмарки, которая прошла в областной столице в минувшую субботу. На площади у центра Тюмень-Дзюдо свою продукцию представили агрофирмы ЛПХ, а также предприятия переработки. Продажи были мясо, рыба, мед и не только. Вся продукция свежая и по выгодной цене. Это качественные продукты. Поэтому и покупаем тюменское. И потому и на ярмарке на такие. Нет, вот она правильно сказала, что свое это лучше. Ну, видите, ну, качественно. Вид-то товарный. Тут смотришь, оно же тоже, когда покупаешь, смотришь, а не так вот. Значит, взял за глазайку покупаешь. Это ярмарка, чтобы выбирать. Ярмарки на этой площадке будут проходить еженедельно по субботам до 23 декабря.